Итак, ну а мы с вами приступаем к изучению материала. Сперва я обычно беру дату рождения, фамилию, имя, отчество человека, вы уже привыкли к этому, но у меня просто заготовлены слайды, чтобы было очень удобно, полезно вам это все объяснить. Поэтому я, с вашего позволения, материал сегодня объясню на незнакомом нам близко человеке, но хорошо известному, как говорится, по СМИ, да? Это Прохор Шаляпин. Ну, наверное, нет таких людей, которые бы его не знали бы. Более того, он достаточно колоритен с точки зрения построения отношений, своеобразен, скажем так, для девушек, да, приносит праздник, счастье и успех всем девушкам, которым вступает с ним в отношения, но у него есть один пунктик, он категорически не приемлет измены. Но мы помним, во всех отношениях ему изменяли, так вот почему, да. Вот, собственно говоря, сегодня на нем мы разберем этот материал. В последующем я буду брать фамилию, имя, отчество, дату рождения конкретного человека из Зума, и мы будем разбирать далее. Еще раз, что мы будем смотреть? Два варианта. Вы и ваш партнер, ну, конечно, желательно партнер по браку или по супружеству, да, можно, конечно, с детьми без проблем, то же самое, да. И второй момент, если вы сменили фамилию, то как это изменило, повлияло на вашу судьбу? Это тоже можно просмотреть по этой методике. Итак, мы с вами берем все-таки Прохора Шаляпина. Я не знаю, как произносится правильно его фамилия, поэтому прочитаю, как получится, да. Он, так скажем, родился с фамилией Захаренков Андрей Андреевич. Когда? 26 ноября 1983 года. Чуть позже, попав на фабрику звезд, все знаете, да, он сменил на Шаляпин Прохор Андреевич. Так вот, как изменились его отношения в жизни, видно вот на этих цифрах. Пока ничего не понятно, но чуть позже будет. Если вы помните, то в книге «Родовая карма», когда вы вводите вот эти понятия, то вы получаете так называемую мандалу. Я взяла сейчас для вас специально отдельный маленький кусочек мандалы. Надеюсь, в Инстаграме видно, Максим? Нет. Видно. Вот. Вот это для Инстаграма, да? Но мы все эти материалы выложили для YouTube, мы все выложили. Так вот, вот он этот некий треугольник, в котором расположены цифры. Ну, эти цифры мы там кое-что с ними делаем, колдуем, волшебничаем, как говорится, да? И получаем необходимые данные уже для расчета родовой кармы. И, кстати, обращаю ваше внимание, если кому-то будет интересно посмотреть, насколько феноменален этот курс, то вы можете пересмотреть в YouTube-канале мой проект, который называется «Мир на грани». Мы там пересматриваем историю, делаем прогнозы военных событий, то есть даже климатические обстановки в мире мы прогнозируем по курсу «Родовая карма». Вот по этой мандале, все начинается с нее. Так вот, в этой мандале существует линия от корня мандалы. Обращаю ваше внимание, вот он, корень мандалы. Вот, корень мандалы, видите, в самом низу. И от корня мандалы идет наверх струна, линия, да? Вот то же самое для Инстаграма показываю. У нас здесь корень мандалы, и наверх пошла струна. Я ее выделила красным цветом исключительно для изучения именно этого материала, но в целом, конечно же, когда программа считает, этого не видно. То есть это визуализация. Поэтому я попрошу сегодня тех, кто будет работать с нами сегодня в Zoom, мне помочь. Каким образом? Я буду забивать программу, мне будут выдавать вот этот треугольник. Дальше я буду наговаривать цифры, допустим, в нашем случае, да, 9702-3096, последнюю цифру не скажу. Вот эти цифры я наговорю, вы, пожалуйста, на бумажке себе пометьте, потом, когда я повернусь сюда, просто еще раз мне задиктуйте, просто без этого я, ну, трудно будет, да. Вот, значит, итак, мы с вами смотрим первый элемент, это, конечно же, сама фамилия, непосредственно его при рождении. Вот она выставлена здесь, 9702-3096. Последняя цифра определяется по формуле, вот девятый пункт, каким образом определяется сумма, так называемая квер-сумма предыдущих значений. И здесь, пожалуйста, не экономьте время. Вам не нужно вычеркивать девятки, ну вы, кто изучает, знает, да, что девятки у нас не влияют на кверсумму. Здесь ни в коем случае не вычеркивайте девятки, считайте полностью. Почему? Если у вас в сумме при суммировании от 1 до 8 пункта получается значение, ну маловероятно, но тем не менее, 10, 20, 30, 40, 50, 60, понимаете, да, цельное число, то вместо этого числа вы не сворачиваете дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вместо этого числа
вы ставите 0. Вот, собственно говоря, вот это на доске и написано, да? Если в 9 пункте при суммировании образовалось 10, 2, тра-та-та, ставим 0. Ну, я поставила знак тождества, потому что у нас могут быть математики, они скажут, ну, это же не равенство. Это, конечно, тождество. Вот мы, собственно говоря, это и написали. Поэтому мы просуммировали, поставили последнее значение. Дальше мы в ту же самую программу вбиваем его Шаляпин Прохор Андреевич, ту же самую дату рождения. У нас появляется следующий цифровой ряд. 9, 5, 7, 4, 7, 0, 8, 5. Снова просуммировали, и получилась девятка. Здесь у нас не цифры, как планеты. Здесь у нас непосредственно стоят баллы. А если баллы, значит, мы разбиваем их, помним, да, на три основных блока. Первый блок 0, 1, 2, 3. Это ниже нормы. 4, 5, 6 – это норма, это стандарт, да? И 7, 8, 9 – это выше норм. Поэтому всегда для любых параметров, будь то графиков, любая бальность по карме, по судьбе, абсолютно неважно, норма всегда 4, 5, 6. Всегда все, что ниже или выше, всегда не очень благоприятно, и вот почему. Если у вас получились значения 0, 1, 2, 3, то это слабый интерес к проявленной сфере. То есть человеку это вообще не надо. Ну, например, праздник, давайте самый понятный пока, праздник, да, человеку вообще не нужен праздник в жизни, я чуть позже поясню, что это, а вы, например, ему начинаете дарить подарки, что-то ему там красиво рассказывать, бегать в каких-то красивых платьишках, да, пытаетесь вызвать у него эмоции, а ему это не надо, но вы почему-то считаете, например, что в отношениях именно это самое главное, почему? Да потому что у вас может быть здесь, например, 6, 7, 8 баллов, да? И люди всегда оценивают любую обстановку по себе. Мне нужен праздник, поэтому я должна дать этот праздник своему партнеру. А ему он вообще не сдался, он его раздражает. Ему тишины и покоя хочется, понимаете? Поэтому вот эти 0, 1, 2, 3, слабый интерес, это то, что не нужно человеку, поэтому не тираньте, не мучьте его этим. Следующий параметр 4, 5, 6. Сфера, имеющая значение для человека. То есть она важная, но не настолько важна, чтобы пойти, как говорится, на принцип. Да? В его случае 4, 5, 6. Вот у нас здесь понимание. Но здесь я чуть позже раскрою шире этот вопрос. То есть этого человека необходимо все время понимать, одобрять, что-то подсказывать ему, вдохновлять на какие-то поступки. Да? Если он, допустим, ошибся, его надо простить. Это для него имеет важное значение. Но если этого элемента в отношениях нет, какое-то время он может с этим смириться. Какое-то время, но не постоянно. Если вы не будете давать этот элемент, то он может продержаться в отношениях. И последний элемент, 7, 8, 9, это принципиально важно. Без этого в отношениях вы ему не интересны. Смотрим, что у него. Ну, это параметр победа, параметр пространства и параметр повиновения. Сейчас все поясню, что это значит, да? Если вы это не дадите, он уйдет. Ну, и теперь, конечно же, самый главный ваш вопрос. Подождите. Мы же всегда думали, что в отношениях самое главное – любовь. Так скажете? Да. Ну, кто-то скажет деньги, но любовь тоже, да? Так вот, как выясняется, любовь или какие-то материальные блага не настолько важны, потому что расстаются, извините, люди с нереальными денежными эквивалентами, да? Вот недавно Джонни Депп, казалось бы, что еще надо женщине для счастья? Куча денег, известный муж, да? Тем не менее, расстались. Есть пары, которые расстаются, очень любя друг друга, но есть параметры, по которым все-таки они не сошлись в отношениях. Это точно так же, как, например, скажем, в доме. Да? Вот я как инженер могу перевести на другую тематику. Что такое любовь и, соответственно, деньги в отношениях? Что это? Это фундамент. Но, тем не менее, если будет землетрясение, дом развалится. Фундамент-то при этом останется. Если, например, будет какой-то ветер или сель, еще что-то, любые какие-то внешние параметры, да, элементарно, инженер неправильно запроектировал дом развалится. Поэтому все-таки на самом деле, опуская философию с деньгами, людьми, самое важное в отношениях 9 основных параметров. Вот именно их мы сейчас как раз и начнем разбирать. Итак, первый параметр – это повиновение. И обращаю ваше внимание, что мы цифры выставляем таким образом. Корень, то, что в самом низу, вот она, у него это девятка, встает на самый верх. Вот она здесь сверху. Следующая, поднимаемся наверх, цифра через ряд. Это следующая цифра 7.
и так далее. Ну, у вас слайды перед глазами, поэтому вам будет легко сориентироваться. Вот таким образом мы видим. Так вот, помните, ранее я вам говорил, что корень имеет колоссальное значение для человека. Это его характер, это его типаж, это планета, управляющая его внутренним миром. В нашем случае девятка – это планета Марс. И раньше мы характер рассматривали с этой стороны. Казалось бы, такой милый, пушистый парень, так кажется, со стороны, да? Но, тем не менее, он достаточно вспыльчив. Он умеет за себя постоять. Он сильный, он волевой, он характерный мужчина. Хотя, казалось бы, так со стороны и не скажешь. Но в случае смены фамилии у него этот корень, как вы видите, остался прежним. Такая же девятка. То есть характер его не поменялся, но изменились его отношения. Так вот, что мы видим? Девятка – это максимальное значение, да? То есть он без этого не может в отношениях. Так вот, что это такое? Повиновение. Он должен чувствовать себя сильным царем. Он не паш, не исполнитель, он царь в отношениях. А что нужно царю? Самое важное – это преданность. То есть без преданности в отношениях он просто не сможет. Это категорически важный критерий. Даже если будет намек, тонкий-тонкий-тонкий намек на измену, или тонкий намек на непослушание, наш вот этот красивый, милый мальчик Прохор Шаляпин элементарно разведется, бросит и выйдет из отношений, потому что для него это принципиально важно. Что еще важно? Конечно же, поклонение. Им должны восхищаться, его должны любить, им должны вот реально ощущать, что он какой-то небожитель и царь. И без этого параметра он не будет чувствовать себя комфортным в отношениях. Ведь женщины часто, мы как говорим, мы мужа куда сажаем? На трон, так ведь, да? На трон посадили, все ему, как говорится, подали, и вот он такой сидит весь с короны, да, и чувствует себя кайфово. Но если у вашего близкого человека здесь стоят параметры 0, 1, 2, 3, ему ваше поклонение вообще не нужно. И вот это вот, знаете, 20 раз отчитаться перед мужем, я опоздала на 5 минут на свидание, потому что там была пробка, ему это не нужно, он вам верит. Чем ниже этот параметр, тем ближе мы к вере, доверию. Чем выше параметр, тем больше человек любит перепроверять, все контролировать и прочее. Видите, за что отвечает корень в отношениях? Корень отвечает за повиновение. Следующий параметр у нас – это прикосновение. Ну и здесь вы тоже понимаете, не бывает отношений без прикосновений. Вас очень сильно удивит, но бывают такие люди, у которых здесь параметры 0, 1, 2, 3, и им ваши прикосновения даром не сдались. Они говорят, зачем мне ваше прикосновение? Мне комфортнее пообщаться, как говорится, издалека, да? Не надо мне жать руку, мне и потом пойти помыть придется, да? Вот как кошки, которые не любят вот так вот отталкиваться. Есть и такие люди. Для них этот параметр означает дистанцию, определенную социальную, психологическую дистанцию. И если вы, например, очень ласковая девушка, и вы к подобному парню без конца лезете обниматься, ну, целоваться, да, понятно, то ему это не будет нравиться, его это будет раздражать. А у вас, например, параметр прикосновения, как у Прохора, семерка или пятерка, для вас это очень важно. Получается, он должен пойти к вам навстречу, так же, как и вы должны понимать, что для него, для этого человека, это не очень комфортная зона. То же самое, кстати, и в родительских, детских отношениях, то же самое. Бывает так, что дети не любят объятия, а родители все время пытаются немножко к себе прислонить. Ну и здесь тоже обращаю ваше внимание, для мужчин такие параметры, как, вот, знаете, во время деловых встреч пожать кому-то руку, ну, кому-то это не очень нравится. Поэтому всегда обращайте внимание на этот параметр именно во время бизнес-встреч. Следующее – это поощрение. Но здесь, конечно же, многие женщины считают, что мужчинам очень нравится, когда ими восхищаются, когда их хвалят. Но, как вы обратите внимание, не все. Если здесь параметр, как было у Прохора, скажем, до смены фамилии, то тут как раз ему этот параметр не нравился. Поэтому он мог быть немного закомплексованным, немного сдержанных в отношениях, потому что ему не нравилось. Он должен был чувствовать, что он должен заслужить эту похвальбу и эту какую-то особую к нему отношение. Для женщин, кстати, этот параметр часто указывает на комплименты. Вот обратите внимание, после смены
фамилии, у него это стало зашкаливать. И вот эти, вот, знаете, вот люди, которые вечно бегают, сфоткай меня здесь, сфоткай меня там, а вот здесь я с букетом, а вот здесь я без букета, да, это все как раз вот этот параметр. Люди, которые отслеживают, есть ли у них лайки в Инстаграме, появились ли новые подписчики, да, это все какая-то степень поощрения. И обращаю ваше внимание, что для них очень важно, чтобы их правильно оценили на работе. Похвалили их сегодня или нет? Вот я знаю, у нас есть один сотрудник, надо проверить, потому что он, хлеба ему не надо, не надо ему зарплату, хвалите его почаще, и все будет шикарно. Вот к таким людям нужен определенный подход. Соответственно, если параметр слишком низкий, то такого человека не нужно хвалить, его это будет раздражать. Ну и, конечно же, повышенное внимание, восхищение тоже. Следующий элемент – это у нас помощь. Здесь обратите внимание, что опять-таки до смены фамилии параметр был очень низкий, она ему была не нужна, а уже позже поменялся на норму. Ну, я считаю, что здесь, конечно же, норма идеальный параметр, объясню почему. Есть люди, как вот он, например, до смены фамилии, не нужна была ему помощь. Давай я тебе подскажу, давай я тебе помогу, давай я для тебя сделаю, давай я тебя подвезу, давай то, давай это. Раздражает. Я что, по-вашему, сам не справлюсь? Да я сам могу, не нужно мне этого, и так далее. Вот очень часто женщина, да, там просит что-нибудь, пододвинь стул, например, и вот она бежит, двигает стул. Зачем, когда есть мужчина рядом, да? Ну, собственно говоря, она говорит, нет-нет-нет, я сама, я справлюсь, я смогу, да? Вот, собственно говоря, это есть люди, которым помощь, в принципе, не нужна. А мы очень часто эту помощь, к сожалению, навязываем, или советы навязываем. Так вот этого делать не надо. Эти люди очень самостоятельны. И если они захотят помощи, они сами к вам подойдут. Но сами не навязывайте. Ну, а у него, как вы видите, параметр в норме, поэтому он в этом вопросе может подойти, может нет. И, соответственно, обращаю также внимание, что этот элемент еще указывает на бытовые потребительские качества. Вот если у вас параметр очень низкий, например, да, и вам ваша мама, например, да, захотела приготовить бутерброд. Ей почему-то показалось, что вы, ну, скажем, голодные, да, хотя на самом деле у вас все нормально, и вы нормально себя чувствуете. И вот она приносит вам этот бутерброд, и вы как бы ей говорите спасибо, а внутри, да зачем он мне сдался, сейчас зачем я буду его есть, руки испачкаю и прочее, да. Поэтому все-таки здесь обращайте внимание, что помощь навязывать неблагоприятно, даже в быту. Там лишний раз что-то убрать, давай у тебя пыль протру, зачем, я сижу смотрю телевизор, убери свой пылесос. А есть люди, у которых наоборот это очень сильно завышено, где 7, 8, 9 баллов. Им нравится, чтобы за ними ходили, что-то за ними подметали, убирали, помогали, подавали. То есть таких служанок нашли, да? Чем выше этот параметр, тем выше это качество. Следующий элемент – это познание. Здесь имеется в виду большой спектр, начиная от общих каких-то хобби, интересов, совместный спорт, совместное творчество, совместные какие-то курсы прохождения, да, и, в принципе, речь идет об общении. Чем выше этот параметр, тем выше потребность человека в общении. Вот вы уже спите, он вас будет и говорит, давай еще вот это обсудим, так важно, а? Там такой элемент в фильме был закручен, что ты об этом думаешь? Я сплю. Вот здесь тоже очень важен параметр, если и наоборот работать, да. Вот у него до этого, видите, было 3. 0, 1, 2, 3. Да не нужно мне ваше общение. Я сам прочту, я сам сложу свое впечатление. И чем ниже параметры, тем желательно меньше ввязываться в какие-то общие дела, в общие походы в какие-то мероприятия и прочее, потому что это все раздражает. Человек хочет быть один в своем интересе. Следующий параметр – это праздник. Вот этот праздник – это весьма многогранный такой вот параметр. С одной стороны, он показывает пары, которые любят так называемые потусить, да, есть такие. Любят в клубы, в какие-то боулинги сходить или еще что-то. И они сходятся в отношениях исключительно для того, чтобы принести именно вот эти вот яркие эмоции. На праздниках люди, кстати, очень часто ругаются, дерутся, эмоционируют, да, что-то какие-то вещи необычные, провоцируют друг друга. Почему? Праздник – это эмоции. Любят путешествовать, какие-то экстремальные виды спорта туда же прибегают и так далее. Любят немножечко на искушения какие-то пойти, какие-то интересные нововведения придумать и так далее. То есть люди все время друг друга драйвят, скажем так. Вот это и есть параметр праздник. Сюда же относится любовь и страсть к подаркам, каким-то опять-таки тем же самым комплиментам и прочее. Так что если этот элемент в отношениях праздник есть,
то человек считает, что каждый день должен быть нестандартным, необычным. Да? То есть буквально я пришла с работы, надо взорвать всю комнату, а потом вместе все поубирать. Да? То есть нужны какие-то нереальные эмоции. Но если этот параметр очень низок, как у него, 0 и 0, то для него это ненужный элемент жизни. Для него, видите, познание очень важно. А вот эти вот яркие, необычные впечатления, они у него на втором плане. И опять-таки многие женщины, у которых этот параметр очень завышен, требуют от мужчин что? Дари-ка мне цветы каждый день, или покупай мне бриллиант, или где мои шубы, вот эти бесконечные, да, подарки, 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 подарки. А у мужа сейчас элементарно проблема в бизнесе, да, у него нет денег. И она считает, что он ее не любит только потому, что он не дарит ей подарки. Почему? Она отношения, она любовь оценивает по этому параметру. Соответственно, если, наоборот, у вашего партнера этот параметр завышен, и вы хотите немножечко взбодрить отношения, что-то необходимо подарить или куда-то поехать вместе, да? Ну, кстати, насчет поехать, я вам напоминаю, у нас был прогноз в 2020 году в декабре, да? Я там говорила, что до конца марта отдыхаем, путешествуем, радуемся жизни, занимаемся переоформлением недвижимости, в общем, делать, что хотите, помните, я сказала? А с 1 апреля готовимся, затягиваем пояса, потому что с 1 апреля начнутся очень неблагоприятные ситуации в нашей жизни. То есть начнутся и поползновения к революциям, к войнам, к падениям каких-то вот финансовых вопросов и так далее. То есть у нас сейчас только-только начинается. То есть если вы думали, что у нас какой-то год такой мягенький начался, нет, у него просто отлагательный эффект до конца марта, поэтому это время еще ждем. И, кстати говоря, наверное, обратили внимание, что у нас в последнее время в YouTube мы не выкладываем каких-то серьезных проектов, наверное, обратили внимание, да? Ну, я уже говорила в январе, нас блоканули, поэтому, к сожалению, я не могу, мне запрещено выходить на интервью, мне запрещено давать прогнозы, иначе мне удалят канал, поэтому мы ждем до конца апреля, чтобы можно было выйти с этими элементами. Ну, попросили вот 4 месяца ничего не вещать в YouTube, кроме прямых эфиров. Итак, мы продолжаем. Следующий элемент – это пространство. Пространство – это очень важный элемент. Это элемент свободы. И, казалось бы, да, мы вступаем в отношения для чего? Чтобы владеть человеком, да? Чтобы он все время был рядом, чтобы я была связана с ним, музами, там что-то там женщина вечно придумывает и так далее. На самом деле, даже вступая в отношениях, нам очень важно иметь элемент свободы, элемент внутренних размышлений, каких-то собственных убеждений, собственных идеологий, да даже элементарно. Да я люблю нумерологию, ну и что, что она тебе не нравится? Дай мне свободу в ее изучении. Вот это и есть понятие пространства. И также в понятие пространства включено понятие равного партнера. Чем более завышен параметр, тем больше я хочу иметь рядом с собой равного по интересу партнера. Ну и, собственно говоря, что мы видим у него? У него было 9, стало 8, все равно в одном диапазоне, как крайне важно. Несмотря на то, что он, ну, многие женщины, которые вступали с ним в отношения, говорят о том, что он очень эмоционален, и он очень много внимания уделяет, при всем при этом для него понятие личной свободы крайне важно. Поэтому такие люди очень часто уединяются в отдельные комнаты, заводят какие-то отдельные интересы. Для них принципиально важно иметь что-то конкретно свое. Ну, элементарно, моя чашка, видишь, написано, Прохор Шаляпин, не трогай, да? То есть что-то свое очень важно иметь. Поэтому если вы начинаете вторгаться вот именно в это понятие собственности у другого человека, то вы можете очень огрести. Ну, а если параметр 0, 1, 2, 3, для него это не важно. Одевайте его брюки, его рубашки, езжайте на его автомобиле, на его работу, за его зарплату. В общем, делайте, что хотите, потому что для него понятие свободы не так важно. Но в отношениях, на мой взгляд, это очень сложные люди, потому что они такие люди-прилипайки, да, вот они могут с пирожками прийти к вам на работу, войти в ваш кабинет, вы там с директорами сидите, общаетесь, поставить пироги, сказать, вот я тебе привезла, да, я соскучилась, без тебя не могу, целых 2 часа тебя не видела. Поэтому эти параметры, когда человек не хочет быть свободных в отношениях, они достаточно затруднительны. На мой вкус, все-таки лучше иметь прям вот 9, да. Ну, идем дальше. Следующее – это понятие понимание. Вот как мы уже тоже сейчас осматривали, это достаточно важная сфера, но не принципиальная для него. Что такое понимание? Понимание – это в первую очередь одобрение,
прощение, это сочувствие, это желание немножко выслушать, где-то подсказать. И для него это очень важно. Это, если этот параметр зашкаливает 7, 8, 9, то эти люди, вот если что-то случилось, там, не знаю, ноготь сломала, и вот она начинает прям, буква А, Анна. Привет, Анют, Анют, представляешь, вот ноготь сломала, прям печалька, да? Ну все, все, давай, пока, целую, целую. Алевтина. Привет, Алечка, давно не слышала, вот, представляешь, ноготь сломала и так далее. Поэтому чем выше 7, 8, 9, то можно прям до буквы Я уже, там, до Яны дойти, да, всех прозвонить, потому что этому человеку очень важно, чтобы его понимали, чтобы его одобряли. Вот, допустим, вот я нашла новую работу, как считаешь, пойти, не пойти, да? Да ты уже устроилась, ты уже трудовую книжку сдала, в смысле пойти, не пойти? Но им нужно, чтобы им несколько раз многие люди неоднократно это подтвердили. Подтвердили, что они правы, подтвердили, что они сделали правильный выбор. И у таких людей, кстати, очень часто присутствует, я познакомилась с новым парнем, надо его показать, да? Я купила новую кофточку, надо тоже показать. И вот это все, получить одобрение, оно для них очень важно. Ну и, собственно говоря, у него этот элемент тоже развит. Я обращаю ваше внимание, что если, например, ваш мужчина, имеющий этот параметр, приходит к вам и начинает вам рассказывать, что у него на работе то-то, вот я принял решение поступить так, и вы ему скажете, ну а что ты ко мне пришел, ты же уже принял решение? Динц, развод. То есть вы должны понимать, вы должны сказать, какой же ты молодец, да, все правильно сделал, умничка, все, давай, можно борщ налить, да, ну, умничка, все. А вам, например, это не нужно, поэтому мы сейчас и будем сравнивать, что нужно партнеру, что не нужно, чтобы вы не переигрывали. Очень часто человек делает так в отношениях, как нужно ему, не понимая, что у другого другие потребности. Ну и последний элемент – это победа. Обращаю ваше внимание, что победа – это квер-сумма, то есть совокупность предшествующих значений. И оно означает то, насколько важна эта пара человеку для каких-то событий. Ну, например, можно же построить дом, а можно построить хоромы, да? Можно устроиться на работу, а можно открыть свой собственный бизнес. Можно родить ребенка, а можно родить талантливого ребенка. И вот такому человеку очень важно все доводить до какого-то гротеска, до какого-то совершенства. Да? И, конечно же, ему нужен партнер, который будет идти с ним, как говорится, в ногу со временем. Обращаю ваше внимание, что если этот параметр очень высок, как у него максимальное значение, то девочка с автобусной остановки ему не подойдет. Если, конечно, это не на Рублевке где-нибудь, и рядом припаркован, просто у нее сдулись шины, да, на ее Майбахе. Вот, тогда да. То есть, чем выше этот параметр, тем, как вы понимаете, больше запрос на какую-то вот солидность, да, на какую-то там стать, материальное благосостояние и прочее, да. Поэтому всегда обращайте внимание, если у вашего партнера этот знак очень повышен, то уже, извините, без прически из души не выйти, да, уже надо что-нибудь там такое навертеть, чтобы было все красивенько, потому что для него это принципиально важно, чтобы все было по высшему разряду, да, такие люди в палатку не поедут, если, конечно, это не палатка шейха, да, ну и вы понимаете, то есть это все очень важный элемент для них принципиальный. Если там параметр 0, то можно подобрать с остановки, отмыть, одеть, накормить и сделать из него царя. То есть такие девушки, они не настолько придирчивы и в большей степени ориентируются на какие-то другие параметры. Ну и еще раз, да, повторюсь, что у кого параметр зашкаливает, для них очень важно, чтобы пара все время развивалась, все время чего-то добивалась. Мы с тобой купили уже третий дом в Майами, зачем тебе еще на побережье Испании? «Надо», скажет он, «давай купим». То есть эти люди все время идут на развитие. Поэтому, с одной стороны, у них повышенная планка к требованию к партнеру, но, с другой стороны, они всегда стремятся к какому-то развитию в партнерстве. Вот, собственно говоря, мы с вами разобрали все параметры. Вы видите, что у него параметр вот этой победы и повиновения – безусловно, то есть это максимальное количество баллов. И даже при наличии того, что он поменял свои данные, да, паспортные, тем не менее, у него эти параметры остались на высочайшем уровне. Они для него очень важны в жизни. И, собственно говоря, мы очень знаем, личность крайне колоритная, мы знаем, что эти параметры у него действительно проявляются в том виде. Я не стала брать здесь всех его девушек, жен и так далее, потому что будет комфортнее рассмотреть все-таки уже на конкретных примерах. Итак, мы с вами приступаем уже к изучению материала. Давайте я вам еще раз напомню, как будет удобно работать.
Я беру дату, если мы, допустим, рассматриваем двух человек, я сначала смотрю одного, называю цифровой ряд. Потом смотрю второго, называю цифровой ряд. После этого я поворачиваюсь к доске, и вы мне повторяете цифры в той же последовательности, как я вам говорила. После чего мы уже начинаем толковать. Итак, у нас пока идет перебивка, а я сотру с доски. Светлана, здравствуйте. Добрый день, Джули. Здравствуйте. Вы откуда? Я из города Кирова. Отлично. Меня интересуют отношения с моей мамой. Прекрасно. Я очень люблю свою маму, но у меня очень странные с ней отношения. В детстве, в подростковом возрасте, я болела 11 месяцев в году. Мама этого не помнит, а сестра помнит, ну то есть, ну как бы что, подтверждает. И сейчас вот мама, когда у меня конфликт с мамой, то я все, я могу сутками спать. То есть мне хочется с ней наладить отношения, но никак не получается. Я хочу уехать из города, но я боюсь, что вдруг с мамой что-то случится. То есть вот ну, такие очень отношения, хорошо, я хотела понимаю. Бы понять до конца, да, свою личность. Так, мне потребуется сейчас ее фамилия, вот на момент, как сейчас, она меняла в течение вот, вашей жизни, меняла фамилию? Ваша мама меняла фамилию да, в течение вашей жизни? Замуж, когда выходила. Когда выходила замуж? Да, у нее была фамилия Шевелева девичья, а когда замуж меняла, вот. Да, Шулецова. Вот, сначала начнем с мамы, да? Шулецова. Дальше. Шулецова, П. П. Шулецова. Так, дальше. Дата рождения. Нет, дальше имя, отчество. Галина. Так. Алексеевна. Алексеевна. Так, дата рождения. 17. Угу. 17. 17. Дальше. 1950 года. 17 июля 1950. Седьмой месяц, правильно я услышала? Седьмой месяц. Да. Все, отлично. У вас бумажечка есть? Да, седьмой. Заготовлена бумажечка у вас? Да, пишу. Да, пишите. Шесть. Да. Первая цифра 6, потом 6 3 9 0 8 3 2. Записали, да? Я сейчас быстренько посмотрю, что у вас тут с мамой. Ой. Характерная женщина, но, вы знаете, могу сказать, что может она показаться вам таким вот строгим, сильным каким-то человеком. На самом деле это категорически не так. Прям вообще категорически не так. Она вот, знаете, любит, я не знаю, что у нее в жизни происходило, но она любит одевать маску строгого человека. На самом деле она... безумно ранива, страшно плаксива, очень обидчива, и для нее вот все буквально, что происходит в жизни, ее это сильно ранит. Но она старается вот как в панцирь закрыться, как будто бы она полная противоположность себя. Поэтому вы правильно говорите о том, что ее трудно оставить, потому что но она очень робкий, очень ранимый человек, хоть и пытается храбриться и казаться совершенно другой. У нее страшнейшая обида на свой род, в принципе, то есть не вы, как бы, причина, род это то, кто за ее спиной стоит, и причина в основном в том, что ей не дали особых возможностей, там, не знаю, образования, может быть, денег или каких-то перспектив, даже внимания или что-то, ей просто этого не дали, у нее ощущение, хроническое ощущение, что... Ну, я, конечно, скажу, как есть, вы меня простите, я по знакам смотрю, да? Она все время думает про себя, лучше бы я бы не родилась и вовсе. Зачем я нужна этому роду, если я все время вот не в том месте, не вот как будто бы не туда родилась. Вот у нее это подсознательное ощущение все время сидит. У нее страшная обида на род, поэтому она может... Ой, видите, у нее даже в четвертом, вот у нее вся натальная карта чистенькая, вся, все дома. Там у нас 13 домов. И единственный род, единственный дом, который у нее отрицательный, это четвертый дом, это дом рода.
И в этом доме рода, не поверите, стоит 20-й аркан в минусе, а 20-ка это знак рода. Она полностью отрицает себя от рода. Вот знаете, как ей даже, может быть, вот вы говорите, у вас сестра, по-моему, да? Ей, может быть, даже не очень понятна роль материнства как таковая. Она не может с ней органично справиться. Вот знаете, как из разряда, я женщина, я со своей функцией справилась, но не надо мне это навязывать. Я очень хорошо понимаю ее арканы с точки зрения психологии, поэтому даю вам совет. Он вам покажется очень жестоким, но потом переварите, просто хотя бы примите к сведению, да? Не надо быть ей дочерью. Не надо. Станьте ей другом. Ее раздражают всякие отношения, касающиеся родственных связей. Звонит там, не знаю, кто-то там, дядя, тетя, неважно, надо помочь, надо подсказать. Ее это раздражает, понимаете? Ее раздражают какие-то праздники, вот эти вот родовые, да? Поэтому станьте ей другом. Друзья не, ну, по-другому себя ведут, да? Они не тянутся вот именно в эти какие-то ласки и так далее. Сейчас мы посмотрим, что ей требуется, в принципе, в отношениях, чтобы вы могли это дать и выровнять чувства. Но я смотрю, у нее дети. Вы у нее первый или второй ребенок? Первый. Первый, отлично. Первый. Ну вот смотрите, у нее дети стоят в доме, касающиеся непосредственно ресурсов. То есть для нее ребенок это не столько любовь, ласка, там, знание или еще что-то, да? Для нее любовь – это определенные ресурсы, определенная помощь, это помощь там в том же сами быте, да, то есть для нее ребенок – это то, что, не то, а тот, кто облегчает ее жизнь в бытовом смысле, поэтому попробуйте немножко помогать в этом аспекте. Нет у нее никаких запретов, никаких категоричностей, ничего, то есть у нее нет, я вижу вас, вижу вашу сестру, еще один ребенок, нет к ним никакой, нет к вам никакой агрессии, вот лично к вам ничего этого нет. У нее просто отторжение от рода, вот знаете, как будто бы лучше бы меня из пробирки родили. Я не знаю, что это вот в ее жизни, это надо глубже смотреть, поэтому лично к вам никаких вот проблем я не вижу. Давайте вернемся, посмотрим вас, посмотрим, как у вас мама вышла, да, в прогностике. Ваша фамилия, ну, желательно на сегодняшний момент. Шуплецова. Шуплецова. Такая же. Шуплецова. Так, дальше. Светлана Николаевна. Светлана Николаевна. Николаевна. Отлично. Так, и день рождения. Дата. 25-го. Угу. Дальше. 02-го. 2-го. Дальше. 02-го. 1978-го. Угу. Ну вот видите, вы родились 25 числа, а это тройка, 25 минус 22, это 3, да? И при этом у вас месяц второй, то есть вы, в принципе, к женской линии очень сильно притянуты, да? С одной стороны, для вас мама – это эталон, да, и важный человек, но все-таки не забывайте, что по тройке основная задача – это обрести стабильность и независимость от рода, чтобы не быть маминой дочкой слишком сильно. Если вы будете привязаны к этому параметру очень надолго, то вы рискуете тройку перевернуть в отрицательное значение. То есть вы должны как можно быстрее отрезаться от мамы в хорошем смысле. Не то, чтобы там, мам, все, извини, я меняю телефон и больше не дозвонишься, да? Но вот эмоционально отрезаться, иначе у вас будут проблемы с своими собственными детьми, потому что тройка уйдет в отрицательное положение. Следующий параметр – двойка, да, то есть именно февраль. Вы должны были быть воспитаны бабушкой, не мамой. Бабушка должна была за вами ухаживать, оказывается, ну, здесь, слава богу. Да. Вот, это все правильно, так по судьбе и должно было быть. Итак, значит, мы сейчас с вами записываем циферки, я потом чуть попозже посмотрю повнимательнее. Запишите, пожалуйста. Ух ты! Цифры. 9, 5, 9, 7, 9, 4, 7, 2. Так, смотрим вашу маму. Вам кажется, что ваша мама к вам несправедлива. Я уж не знаю, по каким причинам, но все-таки это не та обида, которую вы назвали в самом начале, когда вы только задавали вопрос, да? Вы обижены на то, что она к вам несправедлива по шестерке, а шестерка, что она не дает вам той любви, того внимания, которое вы бы хотели бы получить, да?
Но не забывайте, что вам вправе давать ровно столько, сколько может человек. Не просите больше. Если попросите больше, то человек не сможет дать, и у вас это ваши будут проблемы, а не его. Да? В целом у вас, как ни странно, обстановка в роду чуть похуже. Вы, во-первых, пошли по, не по маминой линии, а по папиной линии рода. И там родственники прям вообще молодцы. И сидячие, вот, в тюрячие такие, вот, да. Очень тяжкие преступления, есть и убийства, и мошенничество. То есть, ну, такие сложные были мужчины. И убийство здесь, знаете, многие мужчины защищали родину, они убивали, да. Это не тот случай, это умышленное убийство. Причем в преступной группе и так далее. В общем, короче, такие серьезные были ребята, ваши предки. И вы тянете, к сожалению, эту программу на себе по роду. Поэтому, конечно, вам желательно выбирать мужчин помягче. Потому что если будете притягивать к себе вот мужчин, которые подраться и похулиганить, то вы просто опять-таки притягиваете все родовые проблемы. Так, значит, у вас как тоже интересно. Вы к детям тоже не вот прям с любовью и лаской, вы к детям с умеренностью относитесь. Да, то есть вы считаете, что ребенок должен не то чтобы заслужить, но по крайней мере проявить к вам уважение в первую очередь, чтобы вы могли проявить к нему любовь. У вас тоже есть блокирующие дома. Один – это дом психики. У вас некорректное отношение к многим событиям жизни. Вы часто накручиваете ситуацию там, где ее просто нет. Включаете, так сказать, ребенка, когда нужно включать взрослую женщину, да? И еще один элемент, который мне тоже не нравится, это в доме отношений именно с мужем у вас тоже стоит отрицательное значение. Вы почему-то считаете, что мужчина, который к вам придет в вашу жизнь, он должен как бы вот слушаться вас полностью. Вот все, что вы скажете, ваша голова, она важнее его, да? Поэтому лучше этого императора, у вас этот император стоит, лучше отставить в сторонку, потому что он очень часто мешает. Император – это ваш мужчина, а вы императрица. А у вас императрица стоит в отрицательной позиции, но император лезет куда не надо. Вот, поэтому все-таки тоже с этим поработаем внимательно. Итак, мы сейчас начинаем заполнять табличку. Вы, пожалуйста, мне продиктуйте сначала мамины параметры, потом свои. Итак, пожалуйста. 6, 6, 3, 9, 0, 8, 3, 2. И теперь ваши. 9, 5, 9, 7, 9, 4, 7, 2. Ну, а теперь мы с вами суммируем все эти значения, но не выкидываем девятки. 3 плюс 9, плюс 8, плюс 3, плюс 2. Получаем 37. Значит, здесь у нас будет единица. 37, 3 плюс 7, 10, 1 плюс 0 будет единица. Теперь смотрим ваши параметры. 9 плюс 5, плюс 9, плюс 7, плюс 9, плюс 4, плюс 7, плюс 2. У нас получается 52, то есть 7. Но вы видите, что вы во многих отношениях прям вот категорически на разных полюсах находитесь с мамой. Повиновение. Смотрите, мама 6, это сильный знак, очень сильный. Но вы в этом вопросе сильнее. То есть вы все время пытаетесь взять немножко вверх, чтобы мама именно обратила на вас внимание, а не просто прошла мимо, да? И вы могли в детстве быть даже в этом вопросе очень категоричны. А мама, как вы видите, да, для нее повиновение – это важный элемент, но то, с чем она может смириться. А в вашем случае вам прям категорически важно. И еще напомню, у этого элемента есть другая еще такая сторона – это преданность. То есть, чтобы этот человек вот полностью растворялся. Вот для вас принципиально важно, чтобы другой человек, которому вы внимание уделяете, он полностью у вас растворялся. А у нее другие параметры. А для нее это тоже важно, но не настолько. Поэтому в этих отношениях властнее. Все-таки вы, а не она. Следующий параметр. Что-то хотите говорить, вы говорите. Следующий – это прикосновение. Здесь у вас одинаковые, да, у нас 4, 5, 6 – это норма. И вам и ей важны прикосновения. Поэтому там что-то начала она там
взрываться или буянить, подойдите, обнимите, отталкивать, снова обнимайте. Для нее это важно. Если был бы параметр 0, 1, 2, 3, она бы... Она против этого. Что? Она против этого? Она против обнимашек. Обнимашек, целовашек, да. Выгоняет меня из дома. Не соглашусь. Я очень хорошо понимаю психику вашей мамы, я ее вижу по знакам. Для нее это важно. Просто еще раз помните, я с чего начала. Она очень ранимая, очень плаксивая женщина. Но обстоятельства жизни заставили ее одевать панцирь. Поэтому, когда ее обнимают, у нее не ощущение, что к ней проявляют ласку, у нее ощущение, что к ней проявляют жалость. Ее это немножко оскорбляет. Поэтому объятия должны быть не такие, типа, мам, и вот вместе, как говорится, уснули, да, а буквально одобряющие немножко, но они для нее очень важны. Даже если она вас оттолкнула, у вас должно быть внутри ощущение, что она правильно это восприняла. Для нее это важно, просто у нее характер такой немножко сложный, в том смысле, что она многое пытается спрятать в себе. Я всегда верю только цифрам, поэтому вы уж меня извините. Идем дальше. Поощрение. Помните, да, это какие-то похвальба, хорошие слова. Ей это не надо. А вот... Я согласна. А вот вам это очень нужно. Я согласна. Вам очень нужно, чтобы мама вам сказала, что вы сделали все правильно, что вы молодец, что вы хорошо сделали. Даже если вы сделали что-то плохо, она чуть-чуть поругала, но в целом сказала, что, ну, молодец, в любом случае молодец. А вот ей вот это поощрение, похвальба, она не нужна. И здесь встает другой вопрос. Вы мне продиктовали фамилию, которую она получила после того, как вступила в брак с папой. Правильно же? Это не девичья фамилия. Вот, там могли быть другие параметры. Это говорит о том, что если папа ваш, например, ее хвалил, то она это не воспринимала. А скорее всего, вообще не хвалил. Поэтому этот параметр, он уже с фамилии пришел, да? Поэтому это для нее неестественная, возможно, среда. Ее мало хвалили, и для нее это норма. Если вы начнете ее хвалить или что-то такое ласковое говорить, она подумает, что вы к ней подлизываетесь, что здесь что-то не так, что какой-то есть подвох, да? А для вас это норма. Вот, поэтому вы просто должны понимать, в этом существенная разница между вами. Не нужно этого делать и не нужно так много просить. Но если маму, если, допустим, это был бы ваш муж, допустим, да, и он бы вас бы не хвалил, вы бы подали на развод. С мамой так не получится, все-таки это другой уровень отношений, поэтому вам и хочется, там, типа, она вас не похвалила, все, я обижена, я съезжаю и так далее. Но вы видите, она, у нее другое отношение к этому. Следующее – это помощь. Для нее помощь принципиально важна, так же, как и для вас. Принципиально важна. Но не забывайте, еще раз напомню, она у вас крабик такой с этими... с жесткой оболочкой, да, поэтому помощь должна быть не такая, типа, мам, чем тебе помочь? Она скажет, а что, и так непонятно, что ли? Пошла молча и сделала. Вы сами прекрасно знаете, в чем, вот, что ей нужно. Но единственное, что, когда параметр слишком зашкаливает, 9 – это очень много, да, а вот 7, 8, 9 у вас тоже, да, это говорит о том, что человек считает это нормой для себя. Она вас за это не похвалит, она даже это не запомнит. Вот что самое ужасное. Вы там, я не знаю, там что-то грандиозное для нее сделали, там невероятное, да, вы потратили массу усилий, но она вам потом даже это не припомнит, потому что для нее это, а как без этого, так и должно было быть. Вот если было бы 4, 5, 6, то человек бы замечал, что вы ему помогаете. 7, 8, 9 никогда не замечает, но всегда это требует в отношениях. 0, 1, 2, 3 сам пойдет и сделает, да? Следующее – это познание. Ей ваши разговоры по душам, не по душам, ей это не нужно. А вот вам категорически нужно с мамой общение. Поэтому если вы ей не позвоните, она не заметит. Если она вам не позвонит, вы съедите себе все ногти, правильно? Поэтому это вам нужно общение, а не ей. Да. Следующий параметр – праздник. Вот ей, смотрите, нужны подарки. Вам? Ну так. Может, спасибо, что подарили, но как бы особо не надо. А вот ей подарки очень нужны. И она считает, что именно в подарках проявляются отношения между людьми. Поэтому дарите ей маленькие цветочки какие-то, не знаю, украшения, что-то такое, постоянно думайте. Что-то хотите сказать? Может быть, там в санатории куда-нибудь отправить, да? Она у меня просит подарки
Нет, она маленькие подарки не любит, она любит подарки за миллион. И так говорит, что ты мне цветочек принесла? Вроде давай. За миллионы, да? Понятно. Ну, чем выше параметр, тем больше потребности, это понятно. Но вы себе понимаете, что она таким образом видит отношения. Она не понимает отношений, в которых нет подарков. Вот эти подарки, вот они у нее появились. А вам это фиолетово. Ну, как бы важно, но не так, что прям сильно. Пространство. Ей свобода не нужна. А вам очень нужна свобода. Поэтому вам крайне важно жить все-таки отдельно. Например, в отдельной комнате, да? Несмотря на то, что вы будете без конца звонить, вот мама, там я сходила туда, я покупила это, без конца, она, вот это что ж такое, да? У нее и по потребности в свободе, и нет потребности в общении. Поэтому она как раз человек, который очень любит от кого-то зависеть. Но не факт, что это от вас, это может быть там кошка, например, ухаживать за кошкой, подруги или еще что-то, то есть она должна выбрать человека, с которым бы она выстраивала какие-то постоянные, такие более близкие отношения. Следующее – это понимание. Ни вам, ни ей оно не нужно. То есть вы не из тех, кто любит пожаловаться или там что-то покапризничать. Нет, спасибо, что выслушали, но так, что прям меня пожалели, такого мне не надо. И победа. Обратите внимание, что для нее в партнерстве не очень важно вместе добиваться каких-то вершин. А для вас это крайне важный элемент. Она может выбрать мужчину, как я уже говорила, в кавычках, с остановки, вы нет. Для вас принципиально важно, чтобы человек что-то из себя представлял, чтобы вы могли гордиться этим человеком. Вот то же самое и в отношениях с вашей мамой, да? Она может сказать, что зачем ты такого выбрал, ты его не потянешь, а вы можете искать, допустим, у нее там новый человек появится, да? Скажешь, ну, мам, ну что, ну совсем, ну что-нибудь посимпатичнее бы выбрала бы и так далее. То есть вы в этом вопросе, конечно, тоже расходитесь. Поэтому в целом, конечно, расхождений у вас по параметрам очень много. Смотрите, вот здесь у вас расхождение, у нее норма у вас выше. Здесь у вас все отлично, здесь расхождение, здесь отлично. Расхождение, 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 отлично, расхождение, да? Из 9 параметров, 1, 2, 3, 4, 5, 6 параметров, по которым вы не сходитесь. Но это такие вот, я говорю, немножко бытовые эмоциональные элементы, а параметры, конечно, ну, высокие, да? Но теперь вы, по крайней мере, знаете, что ей нужно, а что ей не нужно. И благодаря этому вы сможете немножко сгармонизировать отношения.